Так, когда я говорю команду по бродкасту, это значит в окошке, в штабе флота, мы должны сейчас открыть окошко управления флотом, история вкладка. Ниже есть всплывающее меню Dropbox, там надо выбрать оповещение. Так, и теперь смотрите, я даю флоту какую-то команду, там это показывается. Все, когда я говорю разгон по бродкасту, значит надо выбрать последнее смс, которое самое вверх, нажать на нее правую клавишу, нажать встать в разгон. Либо же какая-то будет команда по бродкасту, это значит по последней команде в истории штаба флота. Встаем в разгон по бродкасту. Когда я говорю Fleet Warp, это значит я даю команду вашим кораблям совершить гиперпрыжок. Fleet Warp. Ну, один разгон встал. В разгоне не стоял. В штабе флота слева сверху есть несколько полосочек. На него правую клавишу и в выпадающем меню выбрать настройка общих сообщений. Нажмите. Теперь там справа, самого права, флоту открываем огонь по этой цели. Там самого права есть менюшка выбора цвета. Ставим красную. Сообщение флоту переходим в варп режим, ставим голубенькую. И сообщение флоту встаем в разгон, ставим беленькую. Теперь, когда я буду говорить флот, проваливаемся в гайк, либо проходим, ну, я буду говорить проваливаемся, значит, мы на той гайке, на которой мы находимся, мы совершаем прыжок. Проваливаемся в гайк. По проварпу мы выходим из зенувиза. Раскладываемся. Нажимаем плюс-минус. Еще говорят, флот, разгон по десту. Если у нас у всех маршрут один и тот же, то у вас в навигации, либо как у вас настроена панелька, но я вам советую настроить панельку так, чтобы у вас отображались гайки всегда. И та гайка по маршруту, которая следующая, у вас желтенькая. Вот когда говорят флот разгон по десту, это значит надо встать в разгон по гайке желтенькой. Флот встаем в разгон по десту. Fleet Warp. Опять двое не стали в разгон. Ребята, кто не понял, что такое разгон? Разгон — это вы выбираете цель, которую вам сказали, и летите, просто приблизиться к ней, в разгон стать. То есть вы на полной скорости туда летите. Больше ничего. Это для того, чтобы потом дружно весь флот мог варпануть, а не поочередно по очереди прилетать и опиздюливаться там. Потому что корабль уходит в варп, когда наберет 75% своей скорости. Проваливаемся в гайк. Ну и плюс скорость у всех разная. Когда флотом варпают, все летят вместе, на одной скорости. Так, расклачиваемся и берем разгон по бродкасту. То есть по бродкасту, это по истории в... По истории в сообщении. Fleet Warp. О, как хорошо синхронно пошли. Красота среди бегущих. Первых нет, и отстающих. Бег на месте... Общеразвивающий, да. А вот перед тем, как сканить здесь аномальку, мы после гиперворот варпнулись куда-то. А куда мы варпнулись? На планету варпнулись в 100 км, чтобы на гайке не стоять. Понял. Есть такая хрень, как суицидники, которые могут прилететь и просто убить. Пока ты стоишь, блядь, смотришь в разведзонды, тебя уже пилят. Ну или просто враги. Хорошая привычка не стоять просто на воротах. Враги. Да, это вообще вот так вот надо, да. Улетать с гайки. Даже если там никого нету. Мало ли там вот они прилетели. Может, прилететь, да, и все. По прилету проваливаемся в гайку. Смотрите, вы сейчас пока летите, уже можете выбрать эту желтенькую гайку, нажать на нее правую клавишу и совершить прыжок. И по прилету пропрыгнуть. Разгон по десту, то бишь в эту же гайку втапливаемся. Втопиться — это значит приблизиться к объекту. Втапливаемся к гайке. Из которой вышли, да? Да, из которой вышли. Включаем МВД, АБ, у кого что, чтобы быстрее втопиться к гайке. Павел Томск, ты куда пропал? Ага, возвращаюсь. Тоже имейте в виду, тут вот так вот одна ошибка может стоить всему флоту. Банально там, то что ты там умер, это бог с тобой, ты сам накосячил. А так можно спалить просто, например. Тут пролился в ворот и все, локал запалил. Спалил. Да, локал запалил и пиздец, блять. Вас уже ждут. Флит, разгон по десту. Разгон по десту. На гайку? Да, на желтую гайку. Разгон по десту — это на желтую гайку. Пока запомнишь, запутается можно. Привыкайте, дальше будет только так.
Нельзя по-людски сказать разгон на гайку. Приучаем сразу к тому, как будет дальше. Потому что это общепринятый евовский сленг. Ну, потому что дест может быть не гайка, а какой-то объект. Но он у тебя будет выделен желтым цветом. Поэтому говорят разгон по десту. Потому что ты не знаешь, какой дест будет, да. Он может быть, это может быть гайка, это может быть разгонные ворота, это может быть там червоточина. Короче, это маршрут. То есть и самомаяки, станции и все остальное. Да, да, оно будет выделено желтеньким цветом. Разгон по десту. По маршруту. А по поводу настройки вот этой панели, оповещения штаба флота, для боевиков настройки одни, вот как у нас сейчас стоят. То бишь, разгон, куда разгон, какие цели и да. Варпы, да. А у логистов другие вещи. Вот они в своей обзорке, в истории оповещениях, видят другие вещи. Только там кому что залить, кому что починить. А цели, блядь, это всего они не видят. Чтобы не путаться, чтобы не мешало. Донат на развитие Академии. Для того, чтобы перевести деньги, нужно открыть меню «Информация о Русской Академии». В открывшемся окне в верхнем левом углу вызвать меню и выбрать «Перечислить деньги».